Парламент Кузбасса поддержал идею введения запрета на продажу зажигалок и газовых баллонов несовершеннолетним на территории региона. За принятие соответствующего закона депутаты проголосовали 16 февраля на очередном совместном заседании. Запрет позволит сделать менее доступным для детей и подростков содержащийся в зажигалках сжиженный углеводородный газ. По мнению законодателей, запрет продажи детям товаров, содержащих бытовой газ, защитит подростков от смертоносной зависимости, связанной именно с вдыханием газовых паров. Нарушение данного ограничение будет считаться административным правонарушением, за которое предусмотрены денежные штрафы.